Стою. Или где? На шизоклубе. У меня уже рвет крыша, я встала на гадёк. Немножко посидеть. Что вы ждете от этого фильма? О, даже не знаю, наверное, чего-то необычного. А вы? Я думаю, что будет супер. Это все, наверное, это будет супер. Посмотрим. Здравствуйте. Что вы ждете от этого клуба, от этого фильма? А я знаю, что я увижу. Но я надеюсь увидеть самое сумасшедшее. Обещаете? Да. Мы хотим. Здравствуйте. А вы что ждете от этого фильма? Хорошего настроения. Будет вам сейчас отомстить. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы ждете от этого фильма? Не знаю, это какое-то просто, наверное, сумасшествие какое-то. Хорошо, здравствуйте. Что ой, я не люблю камеру. Что вы ждете от этого клуба? Здравствуйте. Что вы ждете? Лиза, как ты себя чувствуешь, говори? Я чувствую себя на операционном столе. А ты чувствуешь себя, ну, таким произведением искусства? Ты что, таким лучше? Ленточки, ты там никого не чувствуешь? Произведение искусства, как ты делаешь из себя произведение искусства? Мне тоже нравится, это больше. Как ты себя чувствуешь? Помолнело. Хотел сойти с ума, но это невозможно. Есть какие-то моменты, которые меня останавливают. Это так охота, как бы, чтобы один день в жизни был без тебя. Вот представьте, вот просто завтра умереть на один день. Вот все.
Не, наверное, на 2 недели. Чтоб тебя похоронили, все, все готовы, что ты умер, все. И ты через 2 недели возвращаешься. Нет, мне просто интересно, как люди будут себя вести. Они будут говорить, вот он был такой хороший, вот он был такой замечательный. А потом я вернусь, и все станет на круги своя. Все будут так же лицемерно ко мне относиться. Согласны? Я хочу наоборот. Я хочу сделать так, не сделать, почувствовать это. Что будет, если умрет на 2 недели весь мир? Я останусь один. Шикарно. Человек, когда живет в своем мире, он свободен. Больше свободен, чем мы, например. Вот сейчас я завишу от общества. Но видите? От двух гениальных людей. От 3. Мы супер талантливы, поэтому можно довериться. Вот как бы вот нос бы спрятать? Вот так вот нос спрятать, да? Вот так вот. Ты выглядишь как доктор. Доктор, скажите, сколько мне еще жить? Почти. Сколько мне еще жить? Доктор, сколько мне еще жить? 15 секунд. Одни рецепторы разных синапсов проявляются не одинаково и чувствительность к различным фармакологическим веществам, алкалоид дроп, грибов, мухоморов. Такие рецепторы обозначаются как М-холинорецепторы, мускулино-чувствительные холинорецепторы. Остальные холинорецепторы эфферентной иннервации проявляют высокую чувствительность к никотину, алкалоид табака, поэтому их называют М-холинорецепторами, никотино-чувствительные холинорецепторы. Различаем два типа эндохринных рецепторов. Первый – гамма-глиобатный.